Добрый день! И у нас сегодня очень интересная девушка. Она дизайнер, и она сейчас расскажет вам о себе. Меня зовут Юлия, я дизайнер женской одежды. Кстати, вот на вашем мероприятии я впервые видела в интернете, очень часто рассказывали знакомые, но сегодня я здесь оказалась впервые. На данном мероприятии я являюсь дизайнером для Виолики, певицы. Вот, мы с ней сотрудничаем уже достаточно длительное время. Очень интересно посмотреть, что сегодня будет. По-весеннему яркое, интересное, кто какие композиции новые представит. Вот, возможно, с кем-то можно будет поработать в дальнейшем, да. Потому что кроме одежды сценической, я еще делаю одежду на каждый день. Вот. Сценическое – это, наверное, более такое душевное для души, для удовольствия. Очень интересно. А как давно вы этим занимаетесь? Ох, занимаюсь я этим очень давно. Ну, если сказать непрофессионально сейчас 20 лет, а профессионально, получается, 14 лет. Вы знаете, это стаж, я скажу. Юлия, то есть к вам можно будет обращаться? Обязательно. Не можно, а нужно обращаться. Но тогда я просто в первых рядах. Можно? Конечно, конечно. Нужно. Обязательно жду. Спасибо. Скажите, как вот сегодня здесь вот вам обстановка? Обстановка пока закулисная, потому что мероприятие еще не началось. Но тепло и по-дружески добрая обстановочка. Пока мне нравится. Но я думаю, и дальше будет. Ничего плохого быть здесь, думаю, не может, потому что все организаторы душевные люди. Вот. Посмотрим. Вечер, я думаю, будет длинный, приятный, весенний. Это уж точно. Что вы пожелаете всем нашим гостям, выступающим? Гостям получить удовольствие от самого мероприятия, участникам. Это как конкурс ведь получается мероприятие. Конкурс за... Или это как фестиваль больше? Я первый раз у нас. У нас сегодня очень много выступающих. Все желающие приходят и поют. Получается, это больше фестиваль. Да. Тогда я желаю всем участникам, чтобы у них все прошло гладко, никаких заминок не было ни с музыкой, ни с костюмами, вот, чтобы они тоже получили удовольствие, так же, как и зрители, которые на них будут смотреть. Ох, Юля, спасибо большое. Мы поздравляем вас с началом весны. Желаем вам как можно больше интересных дизайнерских идей. И я бегу просто к вам первое. Спасибо большое. Хорошего вам вечера.